И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы мы поиграли на карте SCP и поиграли за аниматроников, а подписчики будут выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Надеюсь, у вас, ребята, классное настроение. Вы поставите лайк и подпишитесь на наши классные каналы. Ссылочка где? В описании. О, подожди, еще радуйся, еще никого не взял. У нас, как всегда, очень заряженное настроение. И надеюсь, это настроение перейдет на вас. И вы сейчас сидите, смотрите наш ролик и немножечко улыбаетесь. Как и мы. Просто так. Так, что там, Димон? Ты готов? Готов. Конечно. Все готовы. Мы так. Просто перед началом ролика решили в розетку палец засунуть. Ух ты, елки-моталки. Серега, ну ты молодец. 9к хп у меня. Что это за бомбаха такая? Почти 4 я установил. Ну ты, Сережа, молодец. Вот ты, конечно, красавец. А что она так сразу вынесла все жизни? А он там миллион бомб поставил. На, понял. Так, идем. Давай, проходите, проходите. Это ты такой звук прикольно издаешь этого. А, да, механизмов. Да, это видно, у меня там шестёнки. Новый механизм. Новый. Да, новейший. Новая технология. Так, 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 идем сюда. Так, Дима, здесь никого и нету. Че, они все скрылись? Ну, конечно, чую. О, так мы же двери можем на Е открывать. О, я помню, как мы с тобой тут ролик записывали. Ребята, кто помнит, напишите в комментах. Кстати, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Там ссылочка прикреплена. Ссылочка где? Где? В описании. Да-да-да. В описании. Да, желающие, кто хочет, сюда заходят. Просто тут такое дело, что надо успеть зайти. А так просто зарегистрироваться, ребята, еще. Забронировать места. Перекинуть Сереге на киви 1 рубль, и мы начинаем. Не знаю, зачем я это сказал. Килограмм картошки. Да. В Казахстане картошки нет. Да подожди, да это я. А, подожди, просто. Ничего страшного. Бегал, я его пытаюсь сейчас убить. Он специально так сделал, чтобы ты меня убил. Ах ты, Сергей, а ну иди сюда. Как, Сер... Кто? Сергей. Вот так, да, значит? Димас, так. Я уже Серегу 3 раза убил, а он не умирает. Так, пошли на ту другую часть карты, я уже не помню, как туда попасть. Давай, Димас, а ты какого-то палку взял? Да это не палка. А, это мангли. Это нога у него висит одна лишняя. Так, куда идти? Взял лишнюю? Димон, куда идти на другую часть карты? Сюда? А, да, вспомнил. Она знаешь, что для чего тебе нужна, чтобы ты стоял на ней? Я как бы, когда хочу сидеть, я на нее упираюсь. А, ну да, кстати, удобно. Очень удобно. Да. Так, мне кажется, знаешь, где они, Дима? Там, где куб в воздухе подвешивается, они там где-то шкерятся. Как же давно на этой карте мы не играли, аж дежавю какой-то. Фух. Так. О, ой. Это SCP, маска. Так, Димон, сейчас по-любому тут кто-то есть, не выпускаем никого. Здесь маска есть, Дима. Одевай ее. А, собалака! А, быстрее, догоняй ее. Эх, давай микрофоном машину. Ух ты, блин, Серёжно! Да, это ух Серега, ты. Как всегда, он только так умеет. А мне нравится, в этом есть прикол. Своими бомбухами кидается тут. Чё, подожди, мы возвращаемся, ладно? Ух так, ты. Так, Сергеюшка. Где все? Так, ладно, давайте в другую сторону. А, ты за мной не шел? Нет, а мы же возвращаемся, я хочу в ту часть карты пойти. Давай налево. Пошли, налево пойдешь. Подписчика найдешь. Направо пойдешь, Серегу убьешь. Люлей гребешь. О, хорошо, это звучит. Я на лифте поехал. Ой, блин, я на лифте куда-то поехал. Колотички. Ну ладно, давай разделимся, чтобы легче было найти. Я вниз поехал. Мы сейчас так всех найдем, Димас, очень быстро. Так. Так, за этой дверью никого. А за этой тоже никого. Как открыть тут? А сколько здесь дверей вообще? Ой, это части карты я не помню. То что, добавили, да, что ли? У вас генератор, ну, нашел. Сейчас буду свет вам отключать. О, давай. Или не надо. Не-не, Диман, давай не надо. Тут темно, ничего. Отключилось? Да, мне вообще ничего не видно. Я просто в темнотище. А сейчас? Нет. Ой. Блин, я сам себе свет выключил. Блин, включайся. Включилось, Димончик. Все, Димас, я трогать ничего не буду. Я к тебе на лифте еду. О, давай. А так страшнее, вот смотри, пишут. Боятся. Слышу лифт. Ну, никого не вижу. Димас, мы можем
сделать ночное видение и ходить их искать в темноте. Ах ты! Он тут демон бомбы мне наложил, а самого его нету. Сейчас это ловушка! Это ловушка. Ой, я в зеркале не отражаюсь от первого лица. Так, Димон, ты аниматроник-вампир. Да, сейчас покусаем. Так, едем наверх, я передумал. Здесь скучно. То есть, если я укушу, ты станешь заниматься аниматроником, да? А, ты уже аниматроник. Да, меня уже покусали. Тебя уже покусали. Главное кусать за жопу, Димон, через жопу. Через жопу все передается, ладно. А комары как бы переносчики, да, болезни? Ну да, надо штаны из березовой коры и все. Будет хорошо. Не кусали комары. Короче, здесь никого, я ухожу отсюда. Димас, хана этим засранцам. Тащи их ко мне сюда. Смотри, смотри, одного сейчас убью. Не вижу. А, вижу, енотушка. Ах ты терминатор, у него 1 050 000 хп. Может это настоящий терминатор? Это Т-800, Димон. Так у него миллионы хп, так нечестно. Как зайти? Как сюда зайти? Выход. Ты нереально у тебя убить вообще засранец. Вот какашка. Давай, Серёха, меньше хп себе делай, это очень много. 5 миллионов хп, у меня 10 тысяч я тебе нашел, у тебя 5 миллионов. Тебе что, жалко что ли? Конечно. А где он? Мне надо клацнуть на мышку 1000 раз, чтобы тебя убить. А где вы все? Я не могу никого найти. Ну я дальше бегаю тут. Понял. Ищем подписчиков. Я вон к старичку пошел, куб. Я, Димас, в кубе. А, я возьму марионетку. А в кубе тут монтировочник 100 уровня. Ого, ко мне стреляют, я убегаю. Он с кубика упал. Чувак, че на ногах не стоишь, а? Есть, Димончик, я убил. Димончик, покемончик идет убивать еще. Кого надо, убил. Кого надо, сейчас найдем. Так, я хочу полететь. Где этот куб? Я реально хочу в эту комнату. А, вот она. Димас, один человек остался? Не знаю. Вроде сейчас нет. Сейчас на кнопки понажимаю. А ну жмякай. О, я тебя вижу, Димон. Нормальные кнопки? Да, ты жмешь, куб опускается. Так, 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 отличненько, отличненько. Вау, Димон, сейчас что-то должно произойти. Хорошее или плохое? Видать, отлично. Раз такие звуки, Димас, мне очень нравятся. Так, мне тоже просили какого-то аниматроника взять прикольного. Давайте возьмем. А кто в этом кубике живет? Я. О, Балору просили взять, ребята. То, что вы пишете, то и берем. Где Балора наш? Так, ребята, вы там просили взять туалетную бумагу. Я беру туалетную. Смотри, Димончик, как я красиво умею танцевать. А ты умеешь так? Да, если как, показывай. Ух ты, блин, базука. Я могу с рукой своей разговаривать, ты умеешь? Я могу колокольчики фигачить. Я умею танцевать. О, прикольно звук. Не, Дима, ты как-то не танцуешь. А, да, танцуешь. О, кошмар, побежал. Ого, что там творится? Так, мне надо прозрачным стать, потому что эти говнюки меня сейчас заметят. Так, подожди, а где кто? Так, музычку отключу, ребята. Тут. Да-да-да, у меня тоже, кстати, что-то зациклилось. Это твоя музычка. Ну, я думал, будет диджеевская, тут колокольни какие-то. Я битбокс вообще включил. Церковный звон. На тусу пришел, давай, диджей, зажигай. А я ж могу тпхаться, я забыл. Перезвон колоколов, блин. Димон, блин! Блин, знаешь, почему так получилось? Он сзади тебя встал опять, я убил тебя. Блин, класс. Да этот терминатор вонючий, у него жизни много. Да дофигища. Ты чё тут с мечом бегаешь, собачачина? Так. На! Так, Димон, давай, короче, терминатора будем мочить. Тут, короче, Дарт Вейдер терминатора против аниматроника. Я вижу, я вижу. Димас, это ты? Я стою, дверь закрываю. На! А, я! Как говорится, опять ты, опять с фотоаппаратом. Нет, потому что я... Ой. Опять ты, опять с камерой, да? Я живой, да ладно, ты меня не убил, ты меня только скример напустил. Ты чё своим мечом вонючим машешь тут? Смотри, он еще какие-то волны гоняет. Он... Сёрфер, что ли? Ну-ка, успокойся. Сёрферист. Есть! Я убил! А, ты, ладно, ты убил. Ты, Димас, тоже, да, бил по нему? Да, у него жизни очень много. Ай!
Кто? Ай! Да кто там в жопу меня подстрелил? Смотри, собачатина какая офигевшая. Смотри, как я не резкий, их не могу убить. Да блин! Честно, знаешь, какой он прикол? Даже, я на тебя даже прицел не навел, как-то на расстоянии. Да тут у вас я медленный. Это я тоже медленный. Балора, бедненько, ее наказу. А нет. А да. Так, я еще одного ищу. Что за вахханалия творится? Где-то должен быть. Ого, эту монетку юзает. А! Что-то больно бьется. А что, где еще один спрятался? А, я Серега обманул. Задолбал в невидимость. Задолбал монетку юзать. Ладно, все, не буду невидимость юзать, так неинтересно. Нифига себе, у меня Димас 5к хп снес. Бомбу взорвать? Давай, давай, я не боюсь. А почему она царь, Димас? А ты не знаешь это название царь бомбы? Ну типа в реальности знаю, но почему царь? Ну потому что в реальной жизни такая была. Поэтому так и называется. Ну и все тогда взрывайте. Есть такой просто конструктор Королёв, и он забрел эту бомбу, ее испытывали, и она в 100 раз сильнее взорвалась, чем должна была быть. Ну, надо встретить историю. Ну давайте вы тогда рядом. Давай, царь бомбы, давай, Серега. Офигеть! Мочи ее! Димон, беги! Ух ты! У меня, Димас, шумы на экране. И хитро то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!